Всем привет! В этом видеоролике я расскажу о таком виде, как Раптиформика сангвиния, или же кроваво-красный муравей-рабовладелец. Мне удалось поймать такую матку. Она находилась под камнем. Я сразу заметил отсутствие передних лап, вернее, частично. Дело в том, что матки после лета пробираются в муравейник муравьев рода сервиформика, убивают матку и буквально захватывают власть муравейники. После лета у данных маток в брюшке нету питательных веществ, поэтому им необходимо как можно скорее попасть в чужой муравейник. Захватив власть, рабочие этого муравейника начнут ухаживать за маткой. Я так понял, она уже пыталась это сделать, ну и потеряла лапы в таком бою. В домашних же условиях этим маткам можно подкидывать рабочих и коконы, опять же для того, чтобы сымитировать эти условия и поднять матку, так как одна она не в состоянии это сделать. Крупные муравейники Раптиформик могут нападать на другие муравейники муравьев рода Сервиформика. Они это делают для того, чтобы добыть себе расплод чужих муравьев. Они могут его съесть, а могут оставить себе, чтобы из этого чужого расплода вырастить себе рабов. Конечно, муравьи не будут считаться прям рабами. Они по факту будут думать, что они родились в своем муравейнике, ну и будут выполнять те же функции, работу, если бы они родились действительно в своем родном муравейнике. Примерно по такому же принципу действуют муравьи-амазонки. Как вы заметили, в этом видео я подкидывал матки рабочих и расплод. Конечно, таких рабочих и расплода нужно много, и это еще не все. На этом все, всем пока, вы были на канале MyPetsPlanet.